Сейчас заговорили о том, что возможно разыгрывание карабахского сценария в Донбассе. Об этом заговорили на Украине. Возможно ли на Донбассе решить проблему сепаратизма силовым путем? И вследствие этого вопрос, чем это может обернуться и почему Россию постоянно пытаются втянуть в военное противостояние с соседними странами по всем границам нашей страны. Если кто-нибудь на Украине попытается силовым путем решить проблему Донбасса, ему придется в течение нескольких часов встретить вооруженные силы как Донецкой, так и Луганской области в Киеве и в Одессе. Если не хотят, пожалуйста, как говорят на английском языке, думай эффектом. Если не думают, что украинцы, когда я говорю украинцы, я имею в виду и украинцев, и русских, которые живут на Украине, будут умирать за Зеленского, за авантюры Яроша, или других отморозков, или за бендеровский режим, то они ошибаются. Жители Донбасса будут воевать, потому что для них это вопрос жизни и смерти. А вот украинские или русские мальчики из Одессы, из Тернополя, из Киева, для того, чтобы бендеровский флаг и бандеровские бандиты были на Донбассе, свою жизнь тратить класть не будут. Так что, если они начнут эту авантюру, она закончится очень быстро. И тогда солдаты, военнослужащие из Донбасса будут идти по Крещатику, попирая ногами жовто-блакитный флаг и портреты Бандера.